не смог принять отказа в Калининском районе. Вынесли приговор 26-летнему Антону Коновалову, который убил свою бывшую возлюбленную. Парня отправили за решетку на 9,5 лет. Вину он свою признал и сказал, что убивать не хотел. Он ее любил. Никогда ни при каких обстоятельствах не желал ей смерти. Несмотря на это, я не смог бы отнестись к этому как-то безразлично. Убийство произошло 2 года назад, в начале ноября, в подъезде многоэтажки на проспекте Победы. Как следует из материалов дела, молодой человек пришел к своей 22-летней девушке, чтобы сделать предложение. Заходить в квартиру не стал, вызвал поговорить в подъезд, а когда девушка отвергла предложение руки и сердца, парень сначала нанес тупым предметом более 3 ударов в голову, а затем взял предмет, похожий на нож, и нанес еще 15 ударов. На помощь девушке из квартиры выбежали родители. Увидев их, ревнивец убежал. Он спрыгнул с 3-го этажа на козырек подъезда и скрылся с места преступления. Не дай бог кому-нибудь оказаться там, в такой ситуации, как оказалась я, когда видишь, что из твоего ребенка вытекает жизнь, и ты ничего не можешь сделать. Раненая возлюбленная скончалась на месте до прибытия бригады скорой помощи. Вскоре по горячим следам полиция быстро поймала подозреваемого. Парню предъявили обвинение по статье убийства. И вот его признали виновным и отправили на 9,5 лет в колонию строгого режима. Родителям он должен будет выплатить по 700 тысяч рублей, а также возместить расходы на погребение в сумме почти 100 тысяч рублей.